И сейчас, в заключительной части нашего видео, я хотел бы познакомить вас с системой, которая сделает вас буквально англоязычным. То есть, без каких-либо долгих месяцев занятий, хождений куда-то, стояния в пробках, там, тогда, без поездок куда-то за рубеж, вы сможете говорить не хуже, чем носители языка при желании. Как это возможно? Дело в том, что я сделал такой курс, который посвящен именно тому, что позволяет нам говорить по-английски вербально, без забега в русский язык и очень бегло. Курс этот называется Quantum Start. Quantum-Start.com. Такое вот название сайта, и не случайно, потому что квантум, согласно квантовой теории, человек может преодолевать расстояние не по прямой, а сразу оказывается в месте каком-то, да, или мысль какая-то, да, например, может куда-то проникнуть. Это действительно работает, и как это работает? Представьте себе, что вы сейчас, представьте себя, который вот вы сейчас смотрите это видео, да, и представьте себя в будущем, когда вы уже владеете английским. Нам не нужно преодолевать это все расстояние, просто мы будем модулировать то ваше будущее состояние, в котором вы бегло владеете английским. То есть от самых элементарных речевых моделей, а из речевых моделей, в общем-то, наша речь состоит, речевые модели делают ее связной, и, соответственно, чтобы овладеть всеми речевыми моделями, существует такая вот последовательность, выверенная мною уже в годах таких вот частных занятий, за годы частных занятий. Это длилось примерно уже 20 лет, я даю уроки английского языка, и всегда меня интересуют очень быстрые результаты. Быстрых результатов вы можете добиться с этой программой. Каким образом она работает? Вся речь состоит из речевых моделей. Ну, например, допустим, вот мы говорим I call в английском, и это обозначает я звоню, да? Там I call somewhere every day. Мне звонят каждый день. Они, например, говорят по-другому, немножко не мне, звонят, никакого слова мне тут нет. Я являюсь, I am, слышали такое слово, да? I am, подвергаемым, вот как бы подвергнутым действию звонка каждый день. Вот, берем call, прибавляем окончание завершенности. Это второе, вот, ing вы уже видели, да, вот такое вот. Ing. Это прогрессивность, процесс, наблюдение за процессом, а это завершенность. То есть сделал, позвонил или вызванный, как здесь. То есть я являюсь вызываемым, I'm called every day, например. Или мне сейчас прямо звонят, я являюсь пребывающим, I am being, я являюсь пребывающим, вот от слова to be, быть, да, будучим, как бы, я являюсь пребывающим, вызываемым, I'm being called. То есть это каждый день, I am, я являюсь вызываемым, а здесь сейчас, прямо вот при этой точке, да, вот в которой мы сейчас находимся, я являюсь пребывающим в этом состоянии подверженности действию звонка. Здесь вот завершенность как раз повествует об этой подверженности, то есть я являюсь пребывающим подвергаемым действию. Например, мне сейчас, со мной сейчас разговаривают. I am, опять же, I am being talked. Но самостоятельно к этому прийти, я не знаю, через курсы, через преподавателей практически нереально за краткий промежуток времени. Вдруг мы все людям любим быстрые результаты. И можно, конечно, поехать за рубеж. Можно провести там очень много времени и как-то попытаться из этой кучи, в общем-то, каким-то образом сделать все речевые модели вербальными. Но у вас уйдет очень много времени, на самом деле. Легче всего эту программу, которая стоит как 5 уроков у репетитора, буквально купить на 1,5 года, как она сейчас продается на 1,5 года, безлимитного доступа. В любое время вы можете заниматься. Как работает сама программа? Давайте посмотрим. Вы видите на экране, допустим, какую-то фразу. Сначала она на русском. Ну, например, допустим, я живу где-то, да? I live там. Или он живет, допустим, he lives. He lives, там он живет. Живет, что делает. Вот z, оно всегда справа, слева, вот как бы z, такое пронзительное. You live, I live, no, he lives, she lives. Вот так вот. Можно.
можно объяснить это. Значит, here lives. Ну, сначала мы видим ее там на русском, да, то есть написано там, допустим, он живет. У вас есть полтора периода произношения, то есть период произношения этой фразы диктором, а диктор сейчас ее произнесет, например. И еще кусочек такой вот, для того, чтобы вы успели охватить фразу взглядом и не успели вкрапить русское слово перед словом live. То есть он живет, нужно вам для того, чтобы вы пришли к какой-то картинке. И эту картинку вы сразу переобуваете в английский. Вот этот навык тренируется. На протяжении всего тренинга вы говорите только по-английски, слышите только английскую речь. Итак, прошла, допустим, вот эта фраза он живет в Нью-Йорке, там, да, Нью-Йорк-Сити. Вот. И вы охватываете взглядом, как бы вот так вот, да, потом произносите это все, и потом слышите проверку. He lives, соответственно, in New York City. Корявно написал, на самом деле, главный принцип. Давайте попробуем представить себе. И вот это он живет, они живут, она живет, и так далее. То есть все глаголы, все вот эти вот структуры, они пройдут через вас буквально. И вы со временем, то есть относительно маленькое время у вас уйдет на это, для того, чтобы натренировать все речевые модели и говорить не хуже носителя языка по скорости. А что касается фонетики, у меня тоже есть такой ресурс, он называется azindigo.com. Там уже есть 10 полных тренингов и 16 неполных, скажем так. Из 35, которых, в принципе, можно заказать по подписке. Это сейчас стоит очень дешево. Что я могу сказать? На том же движке работает фонетика, но сейчас о грамматике. То есть, что предлагается вам сделать? Вы подключаетесь к системе, это буквально 5 минут. Карты любого банка можете заплатить без привязки к системе. Процессор от Яндекс.Денег очень надежный. И сразу через 5 минут к вам придет доступ. Максимум через 5 минут. Доступ – это что такое? Вы вводите логин, пароль, заполняете анкету нового студента, и все, вы подключены на полтора года. В любое время дня и ночи вы можете заниматься, когда захотите, из любой точки земного шара. Сайт находится в Денвере, Соединенных Штатах Америки, и, в принципе, из любой страны он будет доступен. То есть, если даже какие-то там санкции вырубит этот человек по имени Авам, и так далее. Вот. На вас это не повлияет ни в коем случае. Сайт сам по себе работает быстро, двигатель такой вот надежный, и те ходы речевые, которые я, в общем-то, научился воспитывать в людях за маленький промежуток времени, за 19 лет моей практики, почти 20 уже, они воплощены там. Там есть и объяснения, есть какие-то другие мультимедийные файлы. Ну, в любом случае, это самый короткий путь к английскому языку, который вообще доступен в интернете. Отчаянно рекомендую вам подключиться к QS, английский язык, она еще называется, по первым буквам QS, английский язык, по этим ключевым словам можно сайт найти. В общем, и подключайтесь. Если у вас возникнут на протяжении ваших занятий какие-то вопросы, я всегда на них готов ответить, и по e-mail, и по Skype, и, в общем-то, любым путем. Все телефоны работают, с удовольствием буду видеть вас в числе тех счастливых людей, которые уже овладели английским и добились успеха в карьере. Не могу называть имен многих людей, которых я обучал. Они всем известны, но, в общем-то, такова моя этика преподавания. Если вам вдруг понадобятся частные уроки, на скайпе за 10 уроков вы сможете подготовиться к поездке за рубеж так, что будете чувствовать себя там, как рыбка в аквариуме. Ну и, в общем-то, на этом мой рассказ окончен. Спасибо вам всем за то, что посмотрели.